Беларусь по безвизу посетили более 362 тысяч иностранцев. Это граждане Литвы, Латвии, Польши. Особой популярностью пользуются туры выходного дня. Большой спрос и на медицинский туризм. Стоматологические услуги, диагностика, отдых в санаториях. Не обходится без посещения продуктовых магазинов. Отечественные товары многим приходятся по вкусу. Это молочка, колбасы, шоколад. 15 декабря – Всемирный день профилактики травматизма. По данным ВОЗ, травмы и несчастные случаи составляют около 12% от общего числа заболеваний. Наиболее актуальна проблема зимой. Из-за гололеда, более раннего наступления темноты и неправильно подобранных одежды и обуви люди чаще обращаются за помощью к медикам. К слову, в Беларуси наметилась положительная тенденция. За последние два года показатели снизились почти на 8,5%. Мобильные пункты обогрева появятся на границе Беларуси с Польшей в Гродненской области, в тех пропускных пунктах, где отсутствуют стационарные здания. Это палатка, которая отапливается тепловой пушкой. Зайти туда сможет любой желающий. Там водители большегрузов смогут согреться, а также выпить чай и кофе. Причина – прогнозируемое снижение температуры. Накануне горел дом деревни Каменка. Огонь окутал кровлю. Плотное задымление осложняло работу спасателям. Хозяева находились на улице. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. В результате повреждена крыша. Уничтожено некоторое имущество в комнате, закопчены стены. Никто не пострадал, причина ЧП устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В стране сложные погодные условия, снег, метель, гололедица. Госавтоинспекция напоминает водителям, что стоит выбирать сдержанность стиль вождения и безопасную скорость. Держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. Также необходимо избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. В свою очередь пешеходам следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличиваются.